Ну что ж, всем привет, с вами Марк, и сегодня мы продолжаем проходить игру Tomb Raider. Да, в общем-то, мы направляемся с вами дальше. Тут остановились в прошлой серии. И сейчас нас какие-то приколисты ждут, по всей видимости. Братья мои, послушайте меня. Понимаете, в том мире мы были никем, но здесь все мы. Дети императрицы Солнца. Она не зря привела нас сюда. Я знаю, что вам нужна свобода. Я знаю, что вы мечтаете покинуть это место. Но для этого мы должны освободить нашу императрицу. Как и мы, она пленница. Если мы освободим ее, то освободим себя. Эта девушка, в ней течет кровь этой земли. Она может стать ключом. Огненный обряд откроет нам истину. Весело. Мимико, ты первая и последняя. Скажи свое слово. Давай. На нафиг. Давай, домой, хорош. Нет! Ты убила нашего брата. Теперь я убью тебя. Это тебе со Владимиром. Хватит! Дмитрий, Николай, ведите ее ко мне. Еще и с русскими именами, серьезно. Боже, еще и все забрали. Ну как всегда, ну почему так? У нее же автомат был, она могла из всех нахер стрелять просто и все. Ну да, 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 конечно. Любое существо будет бороться, если речь идет о его жизни. Не думай, что я не понимаю тебя, девочка. Просто я борюсь намного дольше. Приготовьтесь, братья! Наша императрица будет говорить! Скажи свое слово, Мимико! Говори с нами, пламя своим! Прости меня! Посмотри на меня! Посмотри, слышишь? О! Вот это другое дело! Она! Это она! Скоро, братья! Скоро мы будем свободны! Отведите ее в тронный зал. Твоя борьба окончена. Ну, вообще-то нет. Спойлер такой. Ну, как бы это еще не конец. Это мы и так знаем. А, они настолько тупые? Ой. Фу. Она туда прыгнулась. Ну так-то да. Ладно, спускаемся. Пошли. Воу. Да. И что у нас теперь? Да, у нас лук без стрел. Самое интересное. Там остановился, ладно. Да, ну тут не весело. Я так понимаю, что нужно будет сейчас забрать все свое обратно, да? Ага, я понял намек. Какой-то природный газ. Газовая комната. Возможно, огни опасны. И что нам делать? Ну тут есть мышь. Боже, а шо же сделать? Нужно как-то поджечь газ. А, точно, можно поджечь. Ой-ой-ой-ой-ой. Я просто забыл про эти огненные стрелы. Чё, рофлишь, что ли? А, понятно, я теперь понял, как он работает, все понятно. Да, тут можно открыть... Да-да-да. Всем новым. Да, так
документ новый, вот еще стрелы находим мы тут. Так, и вот это его может тоже поджечь. Ну, конечно, дропчик, куда же без него. Все, отлично. Бежим! Ага. Стойте! Что вы от меня хотите? Не надо! Да не дергайся ты! И молись, чтобы быстро убили. Боже! А. Нет! Это ужасно! Да стой ты, ёперный театр! Где они? А, можно газ взорвать, кстати. Вот такую приколюху можно сделать. Ну что найдется-то, ёпта? Ой. Давай лучше это. А? Я понял намек. Так, подожди, мы можем прийти туда. Ней, пофиг. Погнали сюда. Так. Может, опять сорвало тот клапан в яме? Если это клапан, можешь оставить в следующей смене. Эй, не задерживайся там. Я хочу доиграть. Да-да. Нан! Домой, погорите, ребята! А в кого ты там стреляешь? Сгори. А ты чё встал? Ты чё, забыл, где родился, что ли? А, ты чё из... Приколись. Взорвись там. Тихо, тихо, тихо. Пулемётчик, блин. Недоделанный. На, поешь. Ой, я чё-то мисанул. Как ты не горишь-то? Все, сгори. А вот не надо было нападать. Так, это мы залутали. Так, документ. Отлично. Так, что-то больше вроде как ничего и не вижу. Да, ну взрывать газ, это, конечно, круто. Так, а это что такое? Опа-на, смотри-ка, что-то нашел. Или что? Подожди, а в чем рофл? Все, может просто запрыгнуть, что ли, или что? Что-то я туплю. А, или там... Ладно, неважно, забейте. Так, а что дальше делать? Можем взорвать газ. И что? С этого? А, я понял, что надо сделать. Он нам тоже ни хера не дал. А, типа зажечь может? Шо сделать? Можем сколько угодно этот газ взрывать, но это бесполезно. Абсолютно. А, ну вон газ есть. Хорошо, и end. Yes, end. Кстати, вот тут же можно пройти. Я тут нашел дропчик. Да, нашел дропчик. Так, а еще... Ага, вот оно. Нам, оказывается, наверное, сюда надо было. Я так понимаю, там никак нельзя открыть. То есть нам надо вот все наверх. Я что-то... Я его не заметил сразу, этот проход. Мы же, получается, отсюда пришли. А вот тут мы не были. Или как? Сейчас посмотрим, подождите. Что тут надо сделать? То. О, а, да, тут роб есть, да. Супер. О, артефакт. Похоже, на... Да-да-да, понятно. А, мы не лагерь же еще. Так, лагерь засеемся здесь. Так, заберем стрелы. Так, окей. А, вот оно что. А, это нам позволит наверх, что ли, забраться? Я увидел сразу, что там наверху можно, но... Типа, а как? Типа, ну, нельзя запрыгнуть же. Вроде как. А вот теперь понятно, в чем был прикол.
Так, ну ладно, погнали. О, тихо. Я совсем забыл про запах. Все тихо. Вряд ли она здесь. Может, свалим? Нет. Что это? Что? А, извиняюсь. Я забыл переключиться. Кто еще выйдет? Вроде больше никто не выйдет, ладно. Неплохо, я их раскидал. Так, сейчас. Надо будет понять, что делать дальше. Нам вообще куда? А, нам все-таки вот сюда. Я хотел спрыгнуть. По идее, мы можем спрыгнуть. А, тут можно забраться. Вот оно что, все. Да, спрыгиваем спокойно. Тут дроп, потому что валяется. Еще мне надо этих облутать по-быстрому. Ребята, что у вас тут? Запчасти? Поделитесь. Да все, сваливай, сваливай. Так, подождите, а если мы сюда пойдем? А, тут закрыто. Тут ничего не оставили. Не, просто проход какой-то. Так, а, мы можем даже сюда сразу, да, наверное, запрыгнуть? Да. Подожди, там что-то внизу, что ли? Мне показалось. А, и ладно, пофиг. Или нет, или не пофиг. Не, стоп, там реально что-то валяется или что? Не-не-не, ладно, у меня шиза, походу, началась. Так, нам надо будет по этой скале. Да. Можем полезть наверх. Сейчас кто-нибудь вылезет, спорим? Сейчас кто-то 100% вылезет там. Она залезет, там, а, скример. Нет, ладно, я не угадал. Поспокойнее тут. Нужна помощь. Я бы тоже от помощи не отказался. Устраиваем пожар в пещере. Они просто тут все сгорают. Нормально. А, тут можно даже так сделать. Ну, кстати, их что-то многовато. Я мазнул. Нас горит. Я им прям в это, в голову. Надо им хедшоты ставить. Просто вот и все. А, ну со стрелами у меня все хорошо. Запчасти я буду собирать. Так, а что, мы всех убили, да? Ну ничего, я их раскидал, конечно. Вау. Ничего, и ничего не произошло, да? Это чисто по рофлу было. Чё ж делать? Так, я посмотрю тут. Опа! Смотри, дроп. Опять дроп. Шкатулочка. Веер для особ... Пять вееры. Одни вееры. Ну хотя ладно, неудивительно, мы в Японии, поэтому... Поэтому тут все, по-моему, и так сходится. Ладно, погнали, наверное, отсюда. Не облутал. Что же я тут вижу? Что тут я вижу еще? О, два дропа. Нормально. Так, и все. А зачем вот это? Просто взорвать? Что будет? Ладно, неважно. Ага, нам сюда. А, и опять какая-то хрень. А, я понял, что, скорее всего, нам требуется. Не-не-не, я... А! Ага. Так, подожди. Ха, я могу так сделать, окей. Да блин. А, подобрать вот стрелу подобрал. А, тут типа теперь взорвать что ли надо или что? Давайте попробуем. Да, все, я что-то тупанул. Точно, там же рядом газ можно взорвать. Ой-ой-ой-ой-ой. Жесть. Ой, бомб прям по голове, кстати, прям. Опять это фигня, что мы вниз упали. Уже какой раз в этой игре вот такая фишка? А, с чего? Серьезно? Уже какой раз в этой игре вот такая фишка, мы
бежим и мы вниз падаем. Окей, мы падаем. Ой. Неплохо. Так, я попробую пробежать. А, тут можно было пробежать просто, серьезно. О, я про. А, ладно, мне пофиг. Давай, давай, сукин ты сын. Когда я выберусь, я засуну твои стрелы. На помощь! А вы не подняли. Да серьезно. А, сам себя кинул, изи. Куда лезем? Ребята. Ой-ой-ой, вот это я зря сказал, походу. Хотя не, ладно, он сам зол. А, серьезно? Спорим, мы не выберемся. Как ты сюда пробралась? Мне помогли. Грим? Да. Его больше нет. Дерьмо. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Так пусть они за оружие берутся. Можно сделать. Сейчас я вас освобожу. Да, и сейчас придут чуваки, нас заберут опять, да, понятно. Ну что, давайте попробуем еще раз. Ну-ка, ребята. Так, внимание! Вместе! Я походу понял. Бесполезно, Рэй. Сейчас я только дроп заберу. Прыжу! Держитесь за что-то! Да. Ой. Держится. Пол уже ходуном ходит. Можно вас выстрелить, пожалуйста? Не думай об этом, Лара. Просто вытащи нас. Отлично. Нормально. Так, а как вытащить-то? Я вижу, что наверху дроп к стам. И было бы неплохо его забрать. Но мы его, конечно, заберем. Забудем про друзей. Мы не будем раскачивать. А, понял. И шо? И прям на них, что ли, запрыгивать? А, понял. О! Нормально. Я тебя держу. Спасибо, Иона. Очень вовремя. О, чё, это у нас проблема. Хватайтесь за что-нибудь. О! Пол из потока уходит. Посмотри внимательно. Внизу вообще нет никакого пола. Надо выбираться. Просто как? Так не годится. Так, а что делать? Лара, только осторожно. Ой. А, тут посмотри, сюда можно было забраться? Внизу серьезно? Нет никакого пола. Надо выбираться. Ой. Так не годится. Лара, только осторожно. Под ноги, эта штука разваливается. Ой. Не могу помочь. В целом. А, нам надо типа. Я понял. Да пофиг. Да куда ты бежишь? Ты вовремя это говоришь. Смотри, в той стороне дневной свет. Вдруг это выход. Вот вам и выход, ребята. Подобрать? А я не могу подобрать. А вот. Окей, тогда вперед. Я иду за Сэмми и Уитмана. Удачи! Береги себя! Ага. А их схватят. Схватят, у них оружия-то нет. Да куда ты прыгаешь? Ты можешь.
Ой, боже. Запрыгнуть нормально. Спасибо. Спасибо хоть за это. Ну, короче, все как всегда. По классике. Все, ладно, мы выбрались. Вы на свободе, но здесь все рушится. Я назначил место встречи сразу за мостом. Вертолет скоро прибудет. Порыжи Сэмми Уитмана. Да, сколько же взрывов в этой серии, кстати говоря. Давай быстрей. Выходим. Ой, а куда идти-то? А, сюда? Все, понял. Понял. Блин, можно было залутать. Ой. Я успел убить. Жесть. Так, а куда дальше? Наверх, что ли? Ой. А, тут стена, оказывается, была. Лол, что-то я не понял. Тут же на Q можно нажать. А, ну да, отличное управление. Так, надеюсь, сейчас такой фигни не будет. Ну ладно, я понял, почему это было. Потому что я молодец. Ой! Ничего, он выдал. Все. Фух, ну тут прям реально пожар, тут просто уничтожение. Я его убью. О! Оппортунизм. Не дали ачивку. Ха, нормально. Еще одна ачивочка. Это я люблю ачивки. Мой отец. О, нифига себе. Никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует Матиаса? Дай-ка я тебя убью, братан. А я их поубиваю, мне пофиг. Они не выберутся отсюда. Я их уже чисто хочу поубивать. Я их даже так выношу. А, они еще и так решили поиграть. Воу. Тихо, ребят. Вы что-то попутали. Так, ладно. Попробуем еще раз. Тихо. А, тут были стрелы. Еще. Где? А, вон он, боже. Спрятался. А он умер? Я же вроде в него попал, да? Походу, да. Так, ладно, надо будет... Сейчас. Прыгай! Молодец. Так, а куда? Да? А, вот тут эта стена опять. Да блин, эта стена вообще какая-то не особо заметна. Честно сказать. Эти не, вроде она такая белая, типа понятно, по ней может забраться, но что-то это... Она в глаз, короче, ну, в глаза не попадает. А, у нас запчасти максимум или что? Чё? А, или это стрелы были? Здорово! Лара, ты жива? И вы? То есть, как вы? Что случилось? Они перестали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Да, Сэмми схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство. Антропологическое чудо, Лара. Они чокнутые убийцы, доктор Уитман. Нам всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Я посторожу здесь. Скажешь, как там что? Интересно. Полагаю, ты не совсем понимаешь. Ты избранная, Саманта. Это большая честь для тебя. Для всех нас.
Кое-кто уже начал сомневаться, что мы тебя найдем. Но ты здесь. Послушайте. Убей его! Считайте меня особенной. Но это не так. В чем проблема выстрелить в него? Не имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Возьми, убей его! Пимика течет в твоих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие! Ты ищешь причины там, где их нет. Убей его! Боже, ну какая же тупость! Тогда я думал, что сюда могут... А, у него оружие там, типа? Так можно... Я просто хочу Ладно, домой. Неважно. Я хочу, девочка. И много лет ждал этого дня. Они ее все равно я не убьют, по идее. Я жил ради него. Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно. Мы все здесь в ловушке. Но ты, Саманта, в твоих силах освободить нас. Многие отдали свою душу за этот дар. Огонь все разгорается. А вторая девка исчезла. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи её. Дмитрий. А, ну да. Дмитрий. Ну что, Дмитрий, сейчас вы... Рип. Rest in peace. Опа, и все, Дмитрия нет. Боже мой, ну покричи еще. Кричите, кричите, ребят. Вас никто не слышит. Мое оружие. И как теперь отсюда выбраться? Надо уходить, пока он не вернулся. Так убейте его, если он вернется. Боже, в чем проблема его убить? Я понять не могу. Черт, где же он? Веселуха. Проблема за проблемой. Беги, Лара, беги! Взять его! Убей его! Ну что ты тупишь-то? Ёперный театр. Беги, Сэмми! Я найду другой выход! Да! Ща. Ну хоть оружие вернули, уже хорошо. Себя выкинь. Ничего, шальная пуля прилетела. Нормально я их раскидал. А, это еще не все. Ух ты, ничего это. Чек. Задропы. Ой. Боссы, это босс, походу. А, не совсем. Это просто приколись с броней. Ну че, потерь? Прощай. Вот и все. О, на дробаш. А, все, мы собрали. Мы на дробаш, короче, собрали. Это нормально, нормально. Так, что-нибудь есть тут? Вроде нет. Ну, боже, ну, конечно, все как всегда тут. Я испугался. О-хо-хо-хо. Нормально. Бейте тревогу, вот какой ужас. Бьем тревогу, ребята. Чего? А как он? У меня просто вопрос, как он от попадание в голову не умирает. Вот чисто интересно. Так, огонь. А, можно пройти через него, ладно. Я промолчу. Он там приколист. А, это... Так, сейчас. Ха-ха, изи, забайтил. Чисто, чисто забайтил.
Нормально, нормально, такой замахнулся и умер по итогу. Так, ладно, все, понял. Че, она сквозь текстуры сейчас прошла, или мне показалось? Ладно, неважно. О! Вперед, все! Найдите избранную, а это моя! Давай. Так, а что с ним делать? Смотри, у нас... Даже так? Мне это не остановит. Он не перестреливается. А как его убить? Он по нему в ноги вроде даже не проходит. Он защищен там. Так, а что можно сделать тогда? Как его убить? Вопрос хороший. Ответа не будет, как говорится. Стены-то он просто... Вперед, все! Найдите избранную! А это моя! Ну, единственное, что я могу предложить, это поджечь попробовать. Переключись, галка. What the fuck? Так, ну слушайте, я заметил, что если так сидеть, он не попадет. Но куда нам идти? Вопрос, конечно, интересный, но ответ на него не будет. Потому что я реально не понимаю. Ну хорошо, он взорвется. К нему поешь. Ну что дальше? Я понял, что дальше. Пока. Ну сейчас, походу... мы не сможем. Сядь ты, ёперный театр, что ты делаешь? Так, ладно. Смотрите, мне удалось за угол зайти. И все. Так, окей. Что мы можем сделать дальше? Тут я живу. Подождите, он что, по мне попал? Или нет? Нет, он не попал. Я понял. Я додумался. И он видит, куда мы залезаем. Да. Нормально. Да что ты делаешь? У тебя... Какая же она молодец. У нее было оружие. Пистолет был. Она могла его... У нее было время достать пистолет. Нифига. Жесть. И гранатомет наш. А что, он у нас останется, интересно, или нет? Вещь-то прикольная, кстати. Очень прикольная. Гранатомет. Она может пригодиться. Че, реально? Я понял намек. Рэмбо, блин. Чего? Патроны. Клоун. Вы даже прятаться-то не умеете. Тихо! Ну что ты? Серьезно, она умерла там просто. Вот и все. Ну вы что, рофлите, что ли? Ой, промазал. Так можно сделать, серьезно? Ладно. Он еще и выжил. Так, это мы вырубим. Ну попробуй. Я не против. У вас, ребят, проблемы там будут сейчас большие. Куда ты идешь?
А зачем ты туда идешь? Где-то здесь, да. Где-то здесь. Кому ты сказал? А, тут есть? Весело. Нормально. Гардероб. Неужели? Что-то их много как-то. Что-то их реально как-то много. Аккуратно. Я понял намек. Ой. Ёперный театр. А, он же там типа сразу все понял. Не подходите ко мне! Идем с нами, мы тебя не обидим. Ой, вот это я зря сделал. Присоединитесь к Сэмми. А! Понял. Куда же она ушла, действительно? Интересно. Да чё, тебе уже ничем не помочь, братан. И так уже. Помощи в этом мире. Да просто обстреливают, кстати. Вот они что-то прям совсем жесткие стали. Типа я такой на спокойствии, знаете, прохожу, а в итоге... В итоге фиг там. Ладно. Ладно. А у нас лук же есть, да? А, изи. Куда лезем? Ну, давай, давай, вылазим. Блин. Страшно. Хорошо, брат. Ну, куда ты под пули-то лезешь? Уйди! Найс. А, молотов. Неплохо. Тут тебе не поможет. А. Ладно, все. Еще и живет, смотри. Смотри какой. Опять обстрел. Обалденный. Что? Ну все, это ГГ. А, нет, это не ГГ. Откуда он там взялся? Ой, да боже, я не умер. А мне опыт дали. Он что, умер, что ли? Да нет, вот он. Попал. Так. Вот так. Знаете, он там стоит, я его даже не вижу нормально. Ладно.
Ну что-то потненько, знаете, вот эта перестрелочка уже была нелегкой. Как было до этого. До этого как бы попроще было, мне кажется. Она вот там! Подстрели ее! Посвети мне! Вот она! Стреляй! Видите это? What? What? Что? А как я попасть могу? С такого... Побежали. Ну за стену ты зайди, пожалуйста. Она где-то здесь. А, то есть он прям через стену выводит? А почему я не могу сломать-то? А, я... А ты что тут забыл? Слава богу, я его убил. Это был намек. А, стой, тихо. Не... Стой, дроп надо забрать. Я понял, что надо делать. Ага. О, широкий выбор, кстати. Ачивка. Нажмите, скажу. А, из гранатомета? Подожди. Я за тобой. Но в вертолет садиться нельзя. Просто поверь мне. Прошу, поверь. Беги! Покиньте базу братства. Вопрос как? Подожди. Куда нам надо? Туда? А, залезть что ли? Или что? Подожди, а чё, а как мы туда зовут? Нам типа вот сюда надо идти или шо? Поплыли. Не, я реально не врубаюсь. А, вот я нашел походу. Да, жесть какая здесь происходит. Так, yes, and... Yes, and... А, вон, на... А, во, вижу все. Все. Да блин, я опять стену это не заметил. Я понял намек. Не поможет тебе, братан. Ну куда ты прыгаешь? А, я понял. Походу, да? Да. И опять вот эта стена, я ее сразу, видите? Прикол в том, что я ее сразу не замечаю, короче. О, нет! Им нельзя садиться в этот вертолет! Они сядут, да, и они все умрут, и мы одни останемся. Я угадал? Уничтожить! А, вот, все. А, она еще и не упала, да? Я еще пофиг. И что тут платформер начинается? Нет, я про...
Ну я уже, ну тут ладно, я не среагировал. Так, ладно, побежали еще раз. Надеюсь, сейчас у меня будет нормально получится. Сейчас я нормально запрыгнул, да. А, и опять мы вниз упали, да. Мы под обстрелом! Постой! Бури! Это слишком опасно! Рот! Проклятие! Поднимитесь на башню. Вопрос. Один только. Ой. Тихо, тихо, тихо. Это жесть. Давай наверх. Супер. Супер. Воу. А, наверх опять. Так, а стоп, а теперь куда? А, туда направо. Понял. Наверх! Ура, ура! Рот! Рот! Где ты? А, все что ли? Есть, девочка! Ай, вот. Давай, прыгай! Ты сможешь! Нормально сфотировал. Ну по классике. Опять 25. Ну и мы, конечно же, выживем после такого крушения. А как иначе? Люди только и выживают после таких крушений. Лара! Лара! Эпилот умер, да? Но это ему будет кармой. Лара! Лара! Давай, Лара! Очнись, Лара! Вернись ко мне! Давай, Лара! Ой, боже, ну опять! Давай, давай, Лара! Там... Ай, понял. Да-да-да. Подай,
А, он его не убил, да? Как по классике, короче. Опять все вымерли, опять мы упали, и мы опять не можем отсюда выбраться. Ничего нового уже и не происходит. Я уже не... Ну, это было ожидаемо, что это не конец. Нет. О боже. Ну, хотя бы эти пришли. Я не дюльсь, они все тоже вчетвером вымерли. Вымрут. Вымрут, что я сказал. Ну да, бедная Лара. Что, забыла, из-за кого мы вообще здесь? Это нечестно, Рейс. Ты права. Зря я так сорвалась. Просто... Рот. Не знаю, как мы теперь без него. Давайте перенесем его в подходящее место. Он погиб как воин. Похороним его как воина. Хорошая идея. Да, rest in peace. Ой, еще и фотки есть. Да, печально. Тот старый катер на берегу. Надо его починить. Попробуем. Не получится. Нам не покинуть этот остров. Да ладно, Лара. Что ты такое говоришь? Мы все обдумаем. Все вместе. Разработаем какой-нибудь новый план. Ты не понимаешь. Никто не понимает. Оно не выпустит нас отсюда. Оно? Лара, тебе нужно поспать. Я всегда первым признаю наличие аномалий. Но этот остров — одна сплошная аномалия. Я здесь не сдохну! Ремонтирую катер, и мы убираемся отсюда! Ты же знаешь, что здесь нечисто, Иона. Я уверена в этом. Я знаю, что логика не поможет нам понять это место. Ты считаешь, что интуиция — это слабость, но это сила. Доверься ей. Ты нужна нам, Лара. Верзила прав. Я не могу пока уйти. Мне нужно время. Действительно. Ну, давайте посмотрим. Сейчас, наверное, будем заканчивать, как сцена закончится. Ты знаешь, где мы. Приходи, когда будешь готова. Мы никуда не уйдем без тебя. Ладно. Держи при себе. Что же мне делать? У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Никто не уйдет. Эти бури. Они как-то связаны с Императрицей Солнца. Это она нас не отпускает. В монастыре есть ритуальный зал. Если штормовые стражи охраняют именно его, то ключ к загадке бурь именно там. Тайный вход со стороны реки. Я поплыву на нем вглубь острова к ритуальному залу. Ладно, в общем-то, на этом мы Иона! Закончим. Рейс! Сейчас. Черт возьми! Возьмем тут документ. Я должна была пойти с ними. Ну, вообще так-то да. Вепрь. Новое снаряжение. Короче, в общем, с вами был Марк. Увидимся уже в следующей серии. Всем-всем пока.